Здравствуйте, дорогие друзья! После небольшого перерыва мы возобновляем наши акции не на все бренды. Пока вот, скажем так, считаем, на какой бренд это можно сделать, на какой нет. Ну, после вот резкого поднятия курса валют. Сейчас я объявляю о акции по бесплатным запасным частям на продукцию Браунинг. То есть все, кто у нас покупали фидера, удилища, карповики и тому подобное. Таких людей достаточно много за несколько лет, что мы торгуем Браунингом. Те, кто у нас купили и сломали, можете обращаться к нам за бесплатной заменой запасной части. До 2 штук в год, я напоминаю. Примерно мы понимаем, сколько мы продали этого товара, да, мы понимаем, какие позиции мы продали. То есть на 90% всего того, что мы продали, запчасти у нас есть, и мы сможем вам их предложить. Если же какое-то запчасти эксклюзивно, грубо говоря, не окажется, ну, мы решим этот как-то с вами вопрос либо бесплатным ремонтом, либо подберем эту запчасть от другого удилища подходящую, ну, и еще какой-то там в виде компенсации, еще что-то и так далее. То есть, однозначно, этот вопрос вам с вами будет решен, и вы останетесь довольны вплоть там до замены даже такого удилища. Ну, ни один человек еще за все 3 года проведения наших акций, ни один не сказал нам ничего, кроме огромное-огромное спасибо. Поэтому по срокам акции смотрите в социальных сетях, если хотите принять в такую акцию участие, да, и получить бесплатно запчасть, то минимум на 3 социальные сети, эти YouTube, Telegram и ВКонтакте, должны быть подписаны. Соответственно, там вы узнаете сроки проведения такой акции, они вот уже наступают, да, мы выложим их от этого вот сразу после выхода этого видео. Смотрите, получайте, пишите нам на почту заявку о получении запасной части. Да, и напоминаю, что заказы в один клик не участвуют в таких акциях. Это указано в нашей программе лояльности. Почитайте на сайте условия таких акций. Это не является публичной офертой. То есть мы можем такие акции прекратить в любое время. Но пока вот 3 года практически мы их проводим. Обращайтесь, получайте запчасть бесплатно, ловите рыбу. Всего вам доброго и до новых встреч.